Ничто так не бодрит с утра, как духовное песнопение в храме. Каждый звук тропаря будоражит сердце православного человека что-то свое, то, что продолжает вести его по жизни, вселяя веру и любовь к окружающим. Сегодня на Брестской земле за мир и правое дело молились верующие, участники Большого крестного хода из польского города Гайновка. Идет много людей с нами, из Польши, Беларуси, соединяются люди тоже из Украины. И нас всех соединяет одно – вера в воскресшего Христа. Трудности бывают всегда, но мы стараемся с верой и упованием на Господа Бога идти вперед. Молимся, стараемся поддержать один другого, и Господь нам помогает в этом. В седьмой раз крестный ход идет из Польши в Украину, в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Традиция пешего паломничества была восстановлена в 2013 году. По благословению настоятеля с искренней молитвой верующие совершают такие путешествия, понимая, что это еще одна возможность объединить православных во имя Божьего Слова. 81-летняя Светлана Павловна присоединилась к крестному ходу в городе Высокое, почти 50 километров позади, благодаря благодати и молитве, с которой идут паломники, хватает сил и энергии, чтобы двигаться дальше. Не передать, вот это я только передам. А сейчас я думаю о своих, и о Боге, и о том, что Он благодаря Матери, что спас нашу Россию. Вот. Я об этом сейчас подхожу к памятнику, вот этому крепости Брестской. И я с таким трепетом перед этими погибшими, перед Богом, перед Матерью, что отстояли мы свою родину. Всего верующим предстоит проделать порядка 500 километров. 4 августа паломники прибудут в Свято-Успенскую лавру, где примут участие в памятных мероприятиях в честь Почаевской иконы Божьей Матери. Екатерина Пушкарева, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.